Саш, а ты... Здорово. Привет. Ты на охоте, когда был, тигров не убивал? Ничего там? О, блин. Я ни разу не видел их, во-первых. А во-вторых, я слышал басню такую, говорит, или притчу, не знаю, как сказать. Бежит этот, обезьяна на этих пальмах, блин. Вот так летит, блядь, короче, по всей пустыне, блядь, по своей, по Африке. Вот, здесь ветки на ветке, с ветки на ветку. Раз, внизу, блядь, яма, а внизу тигр, блядь. Она остановилась, говорит, ну, пиздец тебе, говорит, блядь. Сейчас охотники придут, амулеты, говорит, когти, говорит, пойдут на бижутерию. Шкуру, говорит, на стерю, блядь, или, блядь, на стенку прибьют, блядь. Тут ветка ломается, и в яму, хуя, блядь. И стоит, говорит, не поверишь, говорит, ты же меня спрятала.